Приветствую всех. Это, ну, наверное, не очень большое дополнительное видео, цель которого я ставлю показать, как работают вот эти вот чипы-синтезаторы, так называемые SID, из компьютеров Commodore 64, а конкретно MOS-6581, или как вот это вот перед вами, MOS-8580, который является более поздней модификацией чипа SID. Их, к сожалению, сейчас очень много на рынке левых, поддельных, полностью нерабочих или частично нерабочих, что самый частый вариант. Чаще всего у этих чипов вылетает встроенный цифровой перестраиваемый фильтр, для которого, кстати, вот здесь вот есть парочка конденсаторов. Если кратко, то внутри этого чипа-синтезатора есть всего лишь три голосовых канала. И они довольно простые. Каждый из них может иметь свою собственную частоту работы и одну из четырех форм сигнала. Треугольник, пила, суть тот же треугольник, но смещенный. Прямоугольник или просто шум. То есть даже нет никакого синуса или каких-то более сложных форм, как пошло после в FM-OPL-синтезе. И есть единственный фильтр на все три канала, который можно включать, выключать и настраивать по частоте среза и по режиму работы ФНЧ, ФВЧ, полосовой и так далее. Именно этот фильтр чаще всего выходит из строя. И обычно на слух это выражается как скачки громкости при воспроизведении музыки, либо какие-то хлопки резкие, которые очень жестко отдаются в акустических системах. В рамках данного видео я попытаюсь вам продемонстрировать как-то более-менее рядом, чтобы вы могли заметить разницу, как воспроизводит музыку с Commodore 64 правильные сиды, которые целые, которые исправные, и те, которые, к сожалению, продаются в большинстве случаев на каких-то барахолках или прочих алиэкспрессах. Там очень часто попадаются чипы либо полностью вообще фейк, то есть он вообще не рабочий, это какой-нибудь перемаркированный абсолютно другой чип, либо не перемаркированный, но просто не рабочий сид, либо он полурабочий, то есть у него работает, например, голоса, а фильтр не работает, или фильтр работает с искажением, или какой-то из голосов не работает. В общем, дефектный чип, которых большинство на рынке. И это видео должно вам продемонстрировать эту самую разницу. Для тех, кто, может быть, немножко не в курсе, это плата, которую, в принципе, разрабатывал я. Это реплика аудиокарты Innovation SSI 2001, которая вышла в 80-х годах и, к сожалению, не снискала никакого успеха на рынке, она провалилась в продажах, они практически ничего не знают, даже коллекционеры по этой тематике, и она поддерживалась официально всего лишь 16 играми, а нормально работала там буквально в единицах. Я взялся за разработку репликой этой платы, то есть, по сути, не нужно было повторить эту плату, это осложнялось тем, что практически ни у кого на руках этой платы нет, потому что они практически никто не знает. Были только фото этой платы. То есть вся эта плата сделана буквально по нескольким фото, и я понятия не имел, что было под микросхемами, как там расходились дорожки. Поэтому что-то было угадыванием сделано, что-то очень сильно помог человек под никнеймом Борис Фокс, которого я, естественно, отметил на плате. Ну и парочка еще людей, которые до меня пытались сделать реверс инжиниринг этой платы, я их тоже здесь учел. Плата сделана, если что, в России. Ну и, как видно, собрано мной, и здесь в основном стоят наши отечественные чипы, не считая самого чипа-синтезатора. В общем, эта плата, на мой взгляд, довольно-таки примечательная и в какой-то мере культовая, потому что вот этот чип-синтезатор SID из компьютеров домашних Commodore 64, которые у нас в стране, они не очень-то популярны. Они очень популярны за рубежом были, а у нас почему-то вместо этого был ZX Spectrum очень популярным. Вот такое было интересное разделение. И вот этот SID, он, в общем-то, в этих компьютерах Commodore 64 был, и под него писалось огромное количество музыки, демо-сцен и так далее. То есть медиафонд под эти синтезаторы очень большой, и до сих пор продолжают под этот синтезатор писать музыку. Так что, в принципе, это актуально. Но на ПК, на IBM PC совместимых ПК, о котором мы вот знаем сейчас, да, обычно наши домашние компьютеры, это совсем не то, что были Commodore 64. Это абсолютно разные несовместимые архитектуры. Поэтому, когда я увидел вот эту плату, которая, по сути, внедряет чип из Commodore в обычный IBM PC на ISA-шине, я поэтому сразу решился эту плату и воссоздать заново, потому что это очень интересная связка. То есть это привносит тот самый культовый SID на ПК. То есть не нужно покупать, например, Commodore, чтобы послушать музыку оттуда, или не нужно извращаться с какими-то эмуляторами, которые все равно 100% этот SID не повторяет. Я еще не слышал такого эмулятора, который бы звучал точно так, как реальный аппаратный SID.
Поэтому я взялся за эту реплику, я ее сделал, и при помощи нее мы и будем сегодня это все слушать. Воспроизведение будет проводиться вот на таком тестовом стенде. Это плата Intel на чипсете 440BX, процессор DisplayPort Pentium 2 на 400 МГц. И вот, ну, не совсем такая же плата, это более старая ревизия этой реплики, как видно, с другими разъемами, немножко там есть ошибок, но это не важно, она точно так же работает. И звук с нее вот здесь выводится не наружу сейчас, а со внутренней гребенки, подается также на внутреннюю гребенку, так называемую CD-in, встроенной аудиокарты в эту материнскую плату. И именно вот с этой аудиокарты мы будем уже захватывать звук, который будет передавать эта самая реплика. Здесь новый файл, задать все его параметры, монорежим, потому что сид вам выдает звук только в моно, 16 бит, 44 килогерца, и нажать кнопочку «Запись». Все, запись пошла. После чего я переключаюсь в Volkov Commander, где мы будем, собственно, орудовать с файлами сид. Это как раз файлы, привнесенные из Commodore 64. И все, что мне останется сделать, это просто запустить любой из сидов на воспроизведение. Сейчас пока что звук вы слышите захваченный с микрофона, потому что вы слышите мой голос. И это стоящая в комнате колонка, которая воспроизводит выход с аудиокарты, встроенной в материнку. Но когда мы уже перейдем конкретно к сравниванию разных сидов, то, соответственно, я переключу уже на монтаже звук на реальный, скажем так, захваченный, тот самый ВАВ, который сейчас синхронно... Вот там вот, где-то там, сейчас вот он пишется. Вот той софтинкой у нас немножко глючит воспроизводящее, улетает куда-то вперед, но это не суть важно. В общем, как-то так мы будем это все сейчас захватывать, и я буду вам все это демонстрировать. Ну что ж, а начнем давайте с выявления мертвых сидов среди живых. У меня есть один MOS6581R4, который предположительно мертвый. И есть еще два чипа, MOS8580R5, вы его сейчас видите, и MOS6581, но без дополнительных маркировок, что считается как R2 ревизия, более ранняя. И эти два чипа, они как раз стоят сейчас вот на этих двух платах, они у меня считаются как живыми. Хотя R2 тоже вызывает некоторые подозрения, с некоторыми фильтрами он работает странно, слишком низкая частота среза, но тем не менее работает. А вот R4, похоже, дефектный.
такие получились примеры. Как можно было заметить, в разных треках проявляется дефектность вот этого 6581R4 по-разному. И вот конкретно данный чип у меня дефектен именно в плане фильтра, то есть голоса все три живы и работают. Но, как я сказал, к сожалению, на рынке много чипов, которые, в общем, мертвые по-разному. То есть может попасться, у которого, например, работает фильтр, но не работает один из голосов. Или, например, голоса все три работают, но при этом все три работают с сильными искажениями. То есть это каждый раз надо при покупке или где-то проверке отдельно, например, в том же Commodore этого чипа, слушать каждый раз отдельно и сравнивать с заранее известным рабочим чипом, потому что так сходу сложно сказать, он звучит нормально или нет. У меня, к счастью, есть полноценный референсный сит, вот этот 8580R5. Я точно знаю, что это хороший и новый, проверенный, честный сид, потому что он выбирался из десятка еще таких же, купленных как NOS, то есть New Old Stock, то есть эти были сохранения с каких-то складов, свежие неиспользованные чипы. Все, там, сколько их там, десяток был, все звучали одинаково и все звучали корректно, то есть не было каких-то проблем. То есть нужно иметь либо какой-то референсный точно проверенный сид, либо нужно иметь запись с проверенного сида, что, в принципе, вот в рамках данного видео вы в том числе можете найти. То есть те самые моменты, когда играет полноценный сид, вы можете это использовать как референс, то есть как опору. Но что касается вот этой софтинки, которая сейчас в процессе разработки для воспроизведения вот через эти платы под виндой, а впоследствии будет еще версия и для DOS-а, она позволяет на текущем этапе, сейчас там какая-то бета ее версия, она позволяет выборочно выключать каналы во время воспроизведения и также выключать использование фильтра. То есть на ходу можно погасить, например, отправку команд на активацию одного из трех каналов или на активацию фильтра. И что интересно, вот таким вот полуубитым сидом, у которых голоса работают, но фильтр сильно дефектный, то есть практически через него ничего не проходит, им это сильно помогает. И таких сидов на самом деле довольно много именно с нерабочим фильтром. То есть если исключить использование самого фильтра у мертвого внутри сида, а как бы перехватывая поток отправляемых на сид, отсекать те данные, которые относятся именно к использованию фильтра, то можно заставить дохлые наполовину сиды без фильтра звучать, ну, хоть как-нибудь. То есть, конечно, полноценного звука из них все равно не получишь, но, например, пропадающие с использованием фильтром голоса все же получается иногда вытащить, пусть там, может быть, с просаженной громкостью и так далее. Вот вам еще несколько примеров как раз на этот случай. То есть теперь будет три чипа у нас в сравнении. Первый – это полноценный референсный чип, то есть который работает как надо. Второй – это вот этот вот 6581 с выключенным программно фильтром, то есть он не будет включаться и, соответственно, не будет использоваться. Ну и как уже было в предыдущей части видео, этот же самый чип, но по умолчанию с полным потоком данных, то есть в том числе с использованием фильтра, из-за чего, соответственно, этот конкретный чип работает плохо. We'll be right back.
Вот такие дела. К сожалению, софтина полностью не дает вытащить полноценное воспроизведение с вот этих дефектных фильтров. Но сейчас все-таки она на стадии бета-версии, так что на момент этого видео вот все, что она может, а впоследствии, может быть, она умеет что-то и покруче. Так что на всякий случай проверяйте описание под видео, если что-то такое более интересное появится, и там будет на это ссылочка. Как можно было услышать, на некоторых треках эта софтина все-таки позволяет, ну, хоть что-то удобоваримое вытащить из этого полудохлого сида. То есть можно хотя бы услышать в целом мелодию, пусть она немножко заглушенная, пусть фильтр не включенный, соответственно, звучание отличается, но тем не менее, хотя бы не тишина. Но в то же время все же не из всех композиций удается извлечь звук на вот этих дефектных чипах. Вот там, где получаются как раз резкие хлопки, скачки громкости, вот оно так щелк-щелк-щелк-щелк делает. На этих треках, к сожалению, софтина не помогает. Если уж такой дефект в этом чипе есть, то все равно он остается, выключай ты фильтр или не выключай, никакой разницы. Ну и, как я говорил, чипы бывают дефектные по-разному, то есть разные отсутствующие голоса, искажения и так далее. Надо сравнивать, имея на руках либо полноценный сид, либо запись с него, которую вы можете иметь в данном видео. Если кого-то интересует вопрос, а где же все-таки купить вот эти самые новые полноценные сиды, то, к сожалению, ответа я на него вам не дам. То есть вы можете их покупать только с обещанием полноценной проверки и манибэком. Соответственно, всевозможные ресурсы типа Алиэкспресса и же с ними я рекомендую сразу отметать, потому что, к сожалению, в общем, ну, я сам пытался на Алиэкспрессе так на шару приобрести эти сиды разных модификаций, ничего хорошего из этого не вышло. Более того, две посылки просто были отменены продавцом, уж не знаю по какой причине, там были лоты типа по 10 или по 15 этих чипов, в общем, продавец просто буквально сразу после создания заказа отменял заказ с какими-то там извинениями, непонятными объяснениями, в общем, мутное это дело. В любом случае, вот эти сиды найти в рабочем состоянии сейчас, к сожалению, несложно, потому что вот этот сид, я не знаю, что с ним произошло, но он был продан, по-моему, на eBay как 100% рабочий. Ну, как он 100% работает, вы могли уже услышать, то есть это просто деньги, вылетевшие в трубу. Есть еще у меня два сида, на этот раз это как раз 85-80, то есть более поздняя модификация, то есть вот как вот эти вот. И здесь два сида, умерших от неправильного использования и неправильной транспортировки. Конкретно вот этот чип убил я сам своими кривыми руками. Как видно, у него дейт-код такой же, как у этого рабочего. 50-я неделя 92-го года, это как раз из того самого магазина, но этот умер у меня, можно сказать, на руках, потому что я додумался на плате, куда установлен этот сид, то есть вот конкретно вот эта плата, заменить один конденсатор. То есть я просто взял плату и перепаял один конденсатор, после этого вот этот чип сдох. Причем, в отличие от того 65-81, он сдох полностью. То есть, по факту, из него больше не исходит вообще никаких звуков. Если выкрутить громкость вообще на максимум в потолок, можно расслышать какие-то потрескивания, похлюпывания, которые отдаленно могут напоминать мелодию, но по факту из него больше не исходит ничего. То есть, какие голоса ты не включай, не выключай, фильтр включай, не выключай, он полностью молчит. То есть, этот умер просто от прикосновения паяльником к плате. Другой сид, он умер во время пересылки. То есть человек мне отправлял рабочий проверенный сид, но, к сожалению, не совсем была хорошая упаковка. Чип был просто завернут в обычный целлофановый пакет и потом уже в фольгу, что неправильно. Целлофановый пакет генерирует при трении статику. Когда чип приехал, он себя вел точно так же, как позже стал себя вести вот этот мой второй сид. То есть он просто ничего не воспроизводит, просто полностью молчит. Иногда немножко потрескивает, так что они жутко боятся статики. Что касается как раз транспортировки, хранения и статики. Есть различные материалы, в том числе пластикового характера, то есть вот, например, вот эти вот всякие спененные полиэтилены и прочая ерунда. И они отличаются по характеристикам с точки зрения статики. То есть если взять, допустим, что-нибудь вот эдакое, какой-то непонятный спененный полиэтилен, или тем более какой-нибудь целлофан, это все генерирует статику даже просто при трении само о себя, вплоть до нескольких там десятков киловольт. Это запросто убьет сиды напрочь. Так что вот с такими обычными простыми материалами к этим микросхемам даже не подходите на километр. Убьете.
Есть также материалы антистатические, но разные по характеру действия. Есть материалы, которые при трении не генерируют статику. Есть материалы, которые статику рассеивают и экранируют. То есть, по факту, последние материалы, они обладают небольшой, а иногда и довольно большой электропроводностью. То есть, они просто через себя проводят ток в той или иной степени. И обычно как раз первый тип, который антистатический, просто не генерирует статику, они имеют красноватый, розоватый оттенок. То есть вот это вот какой-то вспененный полиэтилен, но, как вы видите, он красного цвета. Есть, опять же, такие розовые и так далее. То есть если, опять же, сравнить его с белым, вот сюда этот чип нельзя втыкать. Скорее всего, умрет, потому что при транспортировке это будет гнуться, генерировать статику, которая сразу полетит на ножки чипа. Вот это при трении во время транспортировки само ничего генерить не будет. Оно безопасно, в него можно воткнуть чип. Такой же цвет имеют вот такие вот целлофановые пакеты. То есть, может быть, он кажется вам белым, но на самом деле он слегка розовый. То есть, этот пакет при трении не генерирует статику сам. В отличие от, опять же, обычного прозрачного полиэтилена. И второй тип материалов, это, например, вот этот справа. То есть, похоже на какой-то поролон, или он тоже вспененный полиэтилен, но черного цвета. Обычно как раз эта вот черная пропитка, или чем оно там такое заполнено, оно проводит ток. И также есть второго типа антистатические пакеты. Они выглядят именно вот как такие серебристые и мутные. То есть через них плохо что-то видно. Вот эти пакеты, они экранируют статические разряды. То есть если внутрь них что-то поместить и закрыть пакет, то сколько здесь какими угодно целлофановыми пакетами вокруг не шурши, внутрь эта статика не попадет, и чипы, которые там внутри содержатся, останутся в сохранности. В чем, кстати, была ошибка отправителя первого вот из этих двух СИДов, то что он убрал этот СИД в такой антистатический пакет, он это сделал правильно, но внутри этого пакета он завернул этот СИД в обычный целлофан. Если внутри этого пакета попадает какой-то генератор статики, то этот пакет уже бессмысленен. То есть надо иметь это в виду. И, соответственно, вот этот материал, да, он не генерирует статику, но если вот это тоже просто убрать в обычный целлофановый пакет, то вокруг-то пакет генерирует статику будет и все равно убьет. То есть одного вот этого красного материала недостаточно. Если вы воткнули СИД вот такой красный вспененный полиэтилен, его обязательно нужно убрать в статика экранирующий. Серебристый или черный антистатический пакет. Вот только в этом случае чип может быть сохранен. Здесь с этим попроще, потому что здесь сама вот эта вот подложка, она сама токопроводящая. Давайте я вам это даже покажу. Мультиметр на измерение сопротивления, допустим, предела 20 кОм. И мы видим, что я вот касаюсь просто щупами, и там есть какое-то сопротивление, там 7 кОм. Если, соответственно, чем дальше, тем оно будет больше или меньше. Ну, короче, неважно. Оно имеет какое-то сопротивление, то есть оно проводит ток. Если статический заряд попадает, он сразу рассеивается по всей площади материала, и, соответственно, между ножками чипа не получается дифференциала по напряжению, и чип не пробивается. С этими уже попроще. А вот эти вот красные, розовые, они ток не проводят вовсе. Они просто не генерируют статику сами по себе. То есть, как вы видите, здесь ничего, даже если я поставлю здесь на мегаомы, все равно ничего. Так что, если вы хотите сохранить такие чипы или вам нужно их у кого-то купить и переслать, то обращайте на это очень пристальное внимание. То есть, как они будут запакованы. Они должны быть очень тщательно изолированы от статики и вообще от всяческих воздействий желательно тоже. То есть, они довольно-таки нежные. Ну и, соответственно, по датам на них, я думаю, понятно, что они не производятся довольно давно. 86-й год, 92-й, 90-й. В общем, все, что сейчас есть, это то, что осталось в устройствах, и может быть еще где-то какие-то складские запасы. Так что их количество только уменьшается. К сожалению, к одному из них тоже я руку приложил, уменьшил сам. Увы. Если хотите по этой теме больше узнать, то, соответственно, гуглите в интернетах, какие бывают антистатические материалы. Но, в общем, если вкратце, то нужно либо проводящий вспененный материал, либо красного цвета, и все это запаковывается в серебристый антистатический пакет и плотно закрывается. Тогда чип останется в сохранности, чтобы вне пакета не происходило. Ну а, соответственно, у отправителя, у продавца обязательно запрашивайте, чтобы он это правильно антистатически упаковал, желательно с запросом именно фотографии, как это будет упаковано. И, соответственно, обязательно наличие манибека, потому что 100% рабочие зачастую оказываются вообще нифига не рабочими, а то и вовсе перемаркированными вообще другими чипами, которые, в принципе, не будут
будут вообще никак работать. Ну, наверное, в рамках данного видео это все, что я хотел вам поведать. Хотя эти чипы уже давно не производятся, и компьютер Commodore 64 выпускался и в основном был использован в 80-е годы, а сейчас, соответственно, это уже совершенно какая-то престарелая ерунда, которая, ну, типа никому не нужная. На самом деле, демо-сцена, демки и музыка под эти чипы пишутся до сих пор. Под Commodore, соответственно, аналогично, потому что именно там этот чип и стоит. Соответственно, можно послушать много чего интересного на этих чипах. Да, у них по современным меркам очень скромные возможности, но тогда это было что-то очень мощное и культовое. Не зря по сей день SID считают довольно-таки хорошим чипом-синтезатором. К слову, в описании под видео вы найдете ссылку на Яндекс.Диск, где будут записи аж во флаках нескольких треков, которые я успел прослушать на двух живых сидах одновременно. То есть в одном канале, в левом, у вас будет 6581R2, в правом канале у вас будет 8580R5 на одном и том же треке. На некоторых треках звучит по-разному, то есть разные у них все-таки различия в звучании, плюс мой R2, возможно, все же немножечко не совсем жив, но хоть как-то он работает, в отличие от этого. Ну, в общем, будет вам возможность послушать звучание одновременно двух сидов, в том числе в получаемых при этом таких псевдостереоэффектах, потому что играют они один и тот же трек на самом деле, но из-за разницы как раз в чипах получается небольшая разница между каналами. Ну и, соответственно, вам будет возможность послушать полноценно работающие сиды полностью на всем треке, даже при условии, что у вас этих сидов нет, и вы просто хотите узнать, как оно звучит в каких-то других треках, а не просто кусками и вместе с перемешку с мертвыми чипами, как это было сейчас в этом видео. А за сим, собственно, и все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на второй канал, где проходят стримы. Также делаю объявление, что распаковки на этом основном канале более выходить не будут. Ну, во всяком случае, сами по себе, как это было до последнего момента. То есть, если это, например, какой-то мой проект, к которому там, например, пришли какие-то детали или пришли какие-то платы, то, возможно, в следующем видеодневнике про какой-то из этих проектов будет в том числе и распаковка, но не только она. То есть просто распаковки сами по себе, например, типа от зрителей, этого на этом основном канале больше не будет. Я принял таковое решение. Если посылки какие-то должны быть распакованы на видео, то теперь отправители должны это как-то со мной согласовать заранее. То есть они мне должны заранее сказать при подготовки посылки, что они хотят видеть распаковку на видео, иначе она будет распакована просто молча, но в лучшем случае фотоотчет в группе ВКонтакте, на которую, кстати, тоже рекомендую подписаться, потому что там и объявление, и как раз-таки фотоотчеты, что видео в принципе не попадает. В общем, спасибо за внимание и до встречи!